Всем привет! Вы на канале Max Pro. Сегодня я расскажу вам о самом, на мой взгляд, лучшем средстве для ухода за техникой. После покупки дорогой техники многие сталкиваются с тем, что на ней остаются отпечатки пальцев, жирные пятна и прочие разводы. Чтобы техника оставалась всегда в состоянии новой, я рекомендую немецкие чистящие средства компании BSH, которые вас удивят. Кстати, кто интересуется или еще не выбрал технику для кухни, рекомендую посмотреть вот этот плейлист с советами по выбору и обзорами. А мы продолжаем. Итак, первое средство, что я рекомендую, это масло для ухода за поверхностями из нержавеющей стали. Оно создает сияющий блеск, подойдет для вытяжек, отдельно стоящих плит, духовых шкафов, микроволновок, варочных поверхностей и холодильников. Использовать очень легко. Просто нанесите масло на салфетку и натрите поверхность, а через некоторое время протрите ее сухим полотенцем. Можно использовать как на холодных, так и на теплых поверхностях. Но не подходит для использования на панелях управления с нанесенными символами, а также на лакированной и окрашенной нержавеющей стали. Ссылка будет в описании. И второе. Универсальное жидкое средство я рекомендую для очистки варочных поверхностей из стеклокерамики и также подойдет из нержавеющей стали. Быстро и бережно удаляет все виды загрязнений, при этом средство очень просто использовать. Как использовать, я рассказывал ранее. И также обратите внимание, его нельзя использовать на панелях управления из нержавеющей стали, так как вы можете повредить нанесенную маркировку. Ссылка также будет в описании. Ну что, друзья, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал, я делюсь полезной информацией о технике.